На рынке освещения сейчас предлагается очень много архитектурного света. Однако иногда выбрать дизайн, идеально подходящий к интерьеру, очень сложно, поскольку либо крепление не того вида, либо сам светильник не соответствует идеальному цвету. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, вы можете использовать коллекцию Unit, где вы можете выбрать идеальную базу крепления, которая вам подходит, а также любой цвет светильника и дополнить его декоративным кольцом. Рассмотрим подробнее, как собрать идеальный светильник. Сначала можем выбрать базу. Здесь есть варианты для трекового светильника однофазного, для трекового светильника трехфазного, встраиваемый светильник, встраиваемый подвес, база для накладного светильника и база для накладного подвеса. Все базы есть в двух цветах, в черном и белом. Дальше мы выбираем корпус архитектурного светильника. В коллекции Unit есть 6 цветов, один из которых является новинкой 2021 года. Цвет называется «Холодное золото». Завершаем светильник выбором декоративного кольца. Кольца есть во всех цветах корпуса и также в двух вариантах размера. Потоньше, приблизительно 1 сантиметр, и пошире, приблизительно 3 сантиметра. Декоративное кольцо вы можете использовать как в цвет корпуса, так и на контрасте. Идеальный универсальный цвет черный хром. Сейчас мы покажем вам несколько вариантов, как это выглядит в собранном виде.